Представитель США Илья Малинин стал победителем чемпионата мира по фигурному катанию 2024 в Монреале. Малинин сделал 6 четверных в произвольной программе, получил в общей сложности за оба выступления от судей солидные 333,76 балла и одержал победу на турнире. Второе место досталось представителю Японии Юма Кагияма, который получил 309,65 балла. Серебряный призер Олимпиады начал очень убедительно. Четверной сальхо, четверной флип, четверной тулуп, ойлер, тройной сальхо – все идеально. Во второй половине вроде приземлил тройной аксель, но тут же упал. Это было очень неожиданно. Несмотря на эту ошибку, Кагияма получил лучшие оценки сезона – 203,3 балла. За прокат 309,65 балла в сумме. Но даже такого проката не хватило для золота. Тройку лучших замкнул француз-фигурист Адам Сейхимфа, который заработал по сумме двух выступлений 284,39 балла. Чемпион Европы Адам Сейхимфа провалил короткую программу и после ее результатов оставался только на 19 месте. Француз чисто исполнил четверной лутц, каскад, четверной тулуп, тройной тулуп, четверной сальхов и четверной тулуп. Адам, скорее всего, не думал, что попадет на пьедестал, поэтому после такого контента сделал колесо без опоры и сразу же еще и сальто. В итоге 2 дедакшена за запрещенный элемент и 206,9 балла за прокат и 284,39 в сумме. И такое выступление принесло ему бронзу чемпионата мира, несмотря на провал в первый день. Двукратный чемпион мира Шома Уна на четвертом месте. Он упал с четверного ридбергера, четверной флип сделал степ-аут, после этого сделал чистый каскад четверной тулуп, двойной тулуп, а во второй половине уверенно приземлил сольный четверной тулуп. После этого элемента Шома пытался спасти ситуацию сложным каскадом, триксель плюс ойлер плюс тройной флип, но лишь сгубил ситуацию. Еще на разминке Уна чувствовал себя не очень, не получались элементы, что сказалось и на прокате. За произвольную программу Шома получил 173,13 балла. В сумме с шикарной короткой программой вышло 280,85 балла. Американец Джейсон Браун на пятом месте. Илья Малинин побил рекорд Нейтана Чена по количеству баллов за произвольную программу. Молодой фигурист за свое выступление получил 227,79 балла.